начиная с 2016 года ежегодно проводится их плановая обработка. Когда средняя температура, суточная температура установится плюс 17 градусов, тогда они выходят из спячки и начинают активно пожирать сердцевину пальм, и вот тогда производят обработку. И обработка достаточно успешная. Если в первые годы обработки у нас вырубили 18 единиц пальмовых насаждений в городе Сухум, то в прошлом году не вырубили. И в этом году, надеюсь, что мы вовремя тоже сделаем и таким образом сможем изберечь пальму.